Вот уже более месяца прославленный фигурист находится в реанимации коммунарки. Сегодня появились плохие новости о состоянии Романа Костомарова. 46-летнему Роману Костомарову поставили неутешительный диагноз – пневмония тяжелой формы. Сильнейшее воспаление спровоцировало серьезные осложнения. Сначала появился некроз тканей, что привело к частичной ампутации конечностей. Теперь у пациента проблемы с жизненно важными органами. У Костомарова поражена четверть головного мозга, кровоизлияние и гематома в лобной доле. Состояние фигуриста критическое. Поражение легких больше не главная проблема спортсмена. Врачи считают, что инфекция от отита могла перейти с ушей на мозг и дать осложнение. Сообщает источник, отмечая также, что у звездного пациента развивается внутримозговая гематома. Согласно другим данным, мозг Романа не вызывает серьезных опасений у медиков. Самая большая нагрузка легла на почки и печень. У Костомарова была проблема с сосудами головного мозга, но врачам удалось оперативно отреагировать на ситуацию. Сейчас он в стабильном состоянии.